Ready? Вот. Сегодня в клубе Содружества семинар, который проводит Евгений Воробьев. Прошу любить и жаловать. Евгений из город Йошкар-Ола, Республика Мариэл, директор методического центра Камикан и Федерация Тэквондо. Федерация Тэквондо. Потом будут вопросы, объяснить, что это такое. А вообще, в общем, человек, который на протяжении всей своей сознательной жизни практикует, исследует боевые искусства, в принципе, вот, мы с ним знакомы, наверное, лет 20, может, чуть-чуть больше. Вот, связала нас жизнь тоже через его учителя, Владимира Хомяка, к сожалению, покойного. Вот. Но он человек был известный в России, много исследовал, тоже боевое искусство. Слово Евгению, основная задача, это как раз таки вот для нас, в таком, для клуба Содружества, разъяснить и пообщаться на тему, вообще углубиться в познание боевых искусств, дзюдо в частности. Я думаю, что это будет полезно, особенно вот педагогам, да, тренерам, в том числе и мне. Потому что иногда бывает, мы тренируем, где-то взгляд замыливается, где-то что-то мы вроде бы в этой суете и что-то упускаем. Вот. Я уверен, что Евгений нам немножко разболтает нашу обыденность. Вот. И через пару лет у нас все станет на свои места. Учить я вас еще не буду. Я просто попробую на ваше знание дать вам взгляд с другой стороны. Смотрите, мы есть дерево, есть яблоко дерево, и есть яблоки растут. Что такое яблоки? Яблоки — это приемы. Но есть дерево, которое называется дзюдо. Мы назовем так вот. Мы называем это двигательной культурой. Приемы рождаются когда? От ситуации, как идет, например, бросок. Если бросаем через спину, в одну сторону не идет, мы развиваемся в другую сторону, переходим на зацеп, правильно, за или заднюю подножку. Это не получается, другое. Если мы будем учить детей, например, не приемов, а двигательной культуры, задача научить детей, чтобы приемы рождались сами. Вот я впервые увидел, когда привезли японцы, первый, второй, третий олимпийский состав сборной. Состав еще девушки привезли. И меня, когда шли с ними в зал, меня поразила одна вещь, что они все, одни, все большие, толстые женщины, мужчины, толстые, старые, вот, моложе, они все одинаковые. Они все одинаковые. Они со спины идут, со спины особенно, они все одинаковые. Это называется школа. Есть школа, это то, что как ученики все тренируются, приходят в свои характеры, они вырастают, становятся одинаковыми. То есть при своих индивидуальностях сначала одинаковые. Сейчас мы как бы с вами основные простейшие упражнения отработаем. Они вроде бы как не важны, на самом деле очень важны, которые позволят вам к вашим приемам подойти немножко с другой стороны. Разминка не ради разминки. Вопрос я задал, для чего ты это делаешь? Разминка. Для чего? То есть тренер создат, если, например, если просто разминка шла за результатом, сколько разминка вообще? Уходит полчаса времени, правильно? Разминка. Время на хорошую плюс. Да, представляете, 2 часа времени, до 1,5 часа тренировки идет, это мы, если делаем неправильное упражнение, мы теряем, вы говорили, из разминки минут 20, они уходят в пустоту. Японцы, они похожи на японцев. У них культура построена на текущих передвижении на коленях. Видите, они сидят. То есть, которые передвижение коленей, как в айкидо, они сохранили эти вещи, а айкидо, к сожалению, когда вы перешли на спорт, это теряется. Не знаю. Оно позволяет что делать? Один из приемов позволяет сухих. Что оно позволяет делать? Боролись с японцами? Они прямые. Я прав? И согнуть спину у них вот так. Например, передвижение колен. Ставится осанка, потому что когда ты двигаешься на колени, ты горбатым не пойдешь. Во-вторых, разворачивается таз.
смотрите, вот пятки вместе, вот на кифическом промесе, я показываю. Это очень важное упражнение. Очень. Казалось бы, потому что вот я на разминке всегда использую. Давайте подождать. Ноги широко разведены. Колено перед ноги ставить вперед. Парни плачет. Смотрите, как бы рамка. Когда я двигаюсь, я спокойно, как бы пятки вместе, сохраняю любую. Колено вперед, снова. Кроме осанки и постановки, прокачиваем руки. Еще раз пройдем, что сказать. Давайте три зала сделаем. Просто подошел. Просто ощущение. Вот есть такая книжка, «Синхронный разрыв двигателя на человека», Бойко, автор Бойко. Там написано как просто. Там написано, периодически повторяющие упражнения, они перестраивают организм. Бросать не надо, зачем? Ну, что ты не понимаешь. Раз присел, так раз присел. А потом пролезть на колени, вот спокойненько. Пролезть. Раз, два, и смотрите. Вот такая стала. Вот такая стала. Автоматически. Разница. Попробуйте. Можно не бросать. Зачем? Попробуйте. И пока сами попробуешь, да. А что есть колено? Сначала попробуйте. Так, колено вперед. Да, тоже еще. Раз. Нога ставится вперед. Нет, сначала. Так, колено. Сначала выяснить. Вот. Не дурак. По-другому. Да, попробуйте просто, чтобы это. Раз. А теперь с колено. Подошел, как мы учим себя через верх глаз. Вот, бросок будем делать. Оп. Теперь я делаю с колен. Подошел. Делать медленно. Я понимаю, что нужно понять, как, знаете, вот, пример тоже приводят. Приходишь, когда ты голодный, что надо делать? Приходишь в столовку и выпихать в рот еды, правильно? Но когда ты самодостаточен, у тебя все есть, ты приходишь сам, как ты ешь. Вот. Смогу каждый. И тут то же самое, что понять эти вещи, нужно сделать медленно. Наша задача, как бы так, не просто научить прием, а научить мастеру. Как вот в Китае всегда были школы и дворы. Двор, где готовят чемпионов. Там дерутся, вот это все. Да, не дают классный результат. Но есть мастер. Это мастер не значит, что он не бьется, например. Это обязательно нужно, обязательно свойство. Но просто он где-то глубже идет. Когда засадится, чемпион когда заканчивается. Когда вот больше на мастер, понимаешь, что за счет физических природных данных не прокатишь на спорте больше международных. Там уже должно быть что-то другое, а это называется школа. И вот смотрите, это упражнение, которое делается, я делаю это все на разминке. Я все делал, 10 пробежали, то, что мы сделали, два, по-моему, весело. Потом здесь не делали. Вот, прошли вот так. 10 тяжело учиться колени держать, это тяжело делать.
Поэтому делаешь экзамен лучше. Вот. Тогда проще разводить танцы, двигаться, как и удобно. Они делают 260 пойдет. Правильно? Это проще делать. Вот. Колени развел, пяточки. И вот чтобы двигаться назад, и вынужден пяточки держать. И постепенно накладывается. Подложка. Кувырок забываем. Очень легко. Пошли дальше. Видите, с точками? Да, забываем кувырок. Тоже. Два шага назад. Раз, два. Кувырок назад. Видите? И детям интересно, и мы все решаем три вещи. Мы, во-первых, разминку проводим. Раз. Во-вторых, изучаем акробатику. В-третьих, все разминается. Ставится осанка. Ставится осанка. Кимлийская осанка ставится. Это важнейшее. Урок мы там делаем. У нас ударная техника. У меня два раза прошла. Не можно. Вам ногой сделал. Там. У вас дзюдо можно сделать. Так, например. Раз, два. Ключик. Выход на бросок. Правильно? Раз, два. Махнул на ножку, пошел на отклад. Так положим еще что-нибудь. Там уже зависит от тренера. Я главное сейчас задачу. Я стану двигать уровень ног. Основа. А там уже на вешать хочу. Захочу. Этот бросок навешу. Хочу, нет. Технику передвижения захочу, навешу. Это уже так. Но я знаю, что я делаю одно все. Дзюдо. Так много технических действий, которые надо выучить. Что это конфликт входит. Ну так. Конфликт. Либо ты учишь ему, либо даешь результат. Либо можешь, либо даешь результат. И как вот решить эту задачу? Если мы заложим двигательную культуру, один доминирующий на ответе вот снизу, вот эти по несколько упражнений есть. Раз. И потом броски будут разноценны. Поэтому я просто на кисть только просто. Раз. Надеюсь, вхожу. Давайте смотрите, как я это делаю. Я сейчас же прошу по 45 раз. Пойдя скажите. Бывает что-то. Другая дискуссия. Дискуссия. Давайте подсчет. Руки положим сюда, чтобы они не подполнили. Смотрите, как бы в карман засунули. Так можно просто. И сюда можно просто. Справа ноги начинаем. Раз, вот, ребята, смотрите, так. Тяжесть удивление на 10 лет. Исходно. И когда мы упрямляемся, ноги уже не упрямляются. Если не заметили, полусогнутые. Два. Исходно. Смотрите, чтобы легче было, вернее, нужно сесть на ход. Не на срочном. Эффект не будет. Стараться шаг с собой. Даже с определением ноги. Вверх. Два. Три. Четыре. Пять. Вот сюда. Раз. Тяжесть вперед. А теперь делаю по шагу. Топ, топ, топ. Смотрите, показываю стоп. Раз. Стойка. Тут важно остаться на ноге. Сейчас я. Потом объясню, для чего это делается. Давайте. Правый. Раз. Тяжесть вперед ноги. Тяжесть вперед ноги. Теперь про шаг. Два. Остается вперед ноги. Понятно?
деноминирующим народом. Вот раз, упор назад. Все руки к себе прижали, все локти. Локти выше, 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 смотрите. Два. Сюда. Раз, локти. Смотрите, я сидел так. Теперь сюда. Три. Опа. Плечо. Бубук, подберите. И сюда. Вот такой противник, упражнение. Но эффективное. Ну, смотрите, все это так. Четыре. Оп, тянуться голову вперед, локти выше, вверх. Оп, оп, оп. Тянет попу. Чего? А потом посмотрите, сможете старт пресса, потому что такие стоит, не республики. На самом деле это не эквадратас, как это называется, мы снимаем форму начала делать. Раз. Смотрите, я вот чуть качнул на себя, и он падает. И моя задача только сформировать руки. Хоп. Еще раз смотрите. Смотрите. Качнул, я поймал. Руки. Пускай. Давайте первый. Точку нужно раз, точку контроля. Теперь сюда раз, потянул. Смотрите. Два, и по сюда. Два, по сюда. Смотрите. Раз, ось сидеть, встречай. Он новый, да, раз, как это все делать, почувствовал. Раз, контроль называется. Раз, точка. Смотрите. Надо сделать. Пожалуйста, сделай его. Давай. Попробуйте. Если мы будем закладывать тренирующий правильно, то есть бросок это как правильно положенный движение. Если мы делаем все идеально, мы будем легко пробуждать все. Они делают все время одно и то же. Выбрали одну стратегию и делают. Поэтому есть максимальный результат. Поэтому мы их не можем делать. Мы бьем за счет талантов, они делают талант и школа. Понимаете, шага. Раз, 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 раз. Совмещать? Никогда. Это самбо. Хорошо? Хорошо. Класс. Так же все остальное.